Если пациента беспокоят отеки, или если вы видите, что отек нарастает, то нам с вами необходимо лечение. Можно использовать мезотерапевтические методики, то есть это введение препаратов дренирующего характера. Например, если мы говорим про препараты, которые из компании Корниаль, это препарат Вазотоник. Он хорошо работает с гематомами, он хорошо работает с дренажом, с избытком жировой ткани. Если мы с вами говорим про компоненты, которые могут входить, это может быть и буфламидил, и инфодилайн, то есть те препараты, которые венотоники, да, они нам с вами дадут снятие отека. Или мы можем порекомендовать использование аптечных препаратов, которые дают хорошее дренажное действие. Например, винитан, лиатон, то, что нам будет давать противоотечное действие.